quartet of benevolent heroes here to save me from myself. So you think you'll put your lives on the line for old Aghanim and get something in return? Something as priceless as my gratitude? Well, that is exactly what you'll get. I truly do appreciate it. Hold on, I'm on hold with customer service. What's that? Yes, you idiot, of course I pressed the green button. Exactly! Of course I didn't! Press the green button, that's what I said! That would have released countless interdimensional versions of me into the space-time continuum and voided the warranty. So that's why I didn't press the green button, because I read the manual. Some weekend for a barbecue. Hey, just casually ask if they've, you know, seen or heard of any primal forces of ancient evil rattling around in here. And you want to slide it into conversation. Don't underscore it. One of your party lags behind. Please stay.
спускаюсь с небес к смертным. Давайте уже начинать. Время золота. Definitely are not going to like these gulls. Да. С одним солнце стрелами. Куда? From all sorts of realities. You're lucky, because it seems devoid of any poisonous plants. They are just the world. Maybe these rocks aren't poisonous.
противься судьбе, она укажет путь. Благодарю. He'd be right there fighting alongside you. First, I felt a bit guilty, I'll admit, sending you into the Continuum Vault to clean up my mess, but it looks like you heroes are having a heap of fun. I only mention it because beyond this door... Стой, не агри его, Короче, у меня, блядь, стратегия есть. Короче, суть в том, что вы наоборот должны ломать яйца. Вот эта хуйня с Эхослэмом, блядь, наносит ему половину хп. Суть в том, что я сейчас, если вы его не заагрите, если на вас вот эти крипы не побегут, я просто собираю всю эту ебаную кучу, нападаю на него, я, возможно, умру, но все равно я нанесу ему неплохой урон. Суть в чем? Я все лопаю, подхожу к нему, все на меня агрятся, я нажимаю эту хуйню, блядь, и все нахуй, блядь, взрываются. Не тупите, если что, блядь, ближе к... Ну, убегайте, короче, от них. Сейчас. Сейчас. Бегите за мной, бегите просто за мной. Лопайте все. Блять. Да, красавчики. Меня застанели. Все лопнули. Теперь к нему. Ну почти мы не все яйца лопнули. Well.
Не стопьте друг друга. Не страдайте хуйней. Разбегайтесь в разные стороны по возможности. Неплохая стратегия, да? Только мы не все хлопнули, поэтому. Короче, смотрите, я правый нижний беру. Правый нижний. Остальные распределяйтесь. До последней секунды, короче. Ну, блядь, за последние 6 секунд остается. Стоп. 6 секунд, когда остается, все начинают закидывать на них. Пока вы просто собираете, поняли? Просто собирать. 10 секунд, начинайте уже приближаться в центр. Давай. Собирайте, пока просто вы собираете. Тридцать две секунды. Двадцать секунд. Блять. 12 секунд, все, начинайте закидывать. Хуйню заработали. Максимальную хуйню. Тут 7000 можно заработать. Да я так и понял. Меня тоже ёбнули. Короче, стоп, сейчас стратегия. Ну, если мы доживем до огров. Огры вот такие же будут. Мы за них будем играть. Бля, вы не слышите меня. Надо будет считать вместе, блядь. Потому что, блядь, курица у нее такая, блядь, так запрограммирована, что чем больше врагов рядом, они вокруг вас ходят, поняли? Короче, объясню я потом. Просто в кучу встаете, блядь, ну где-то в квадрате. И начинаете закидывать всякой хуйней. Типа, бля, просто спамите, бля, скиллами. Если вы, например, рассредоточитесь, они будут вокруг каждого, там, по пару куриц будет. Вы не сможете, блядь, ёбнуть их. Вы встаете, вот, ну, можно сказать, вот такой квадрат. И просто начинаете в центр ебошить. Или, бля, по углам, блядь, чё, по кайфу. Геморройный персонаж. СК нужен будет, блядь. И вот этот, блядь. Лучше, блядь, вот этого. С ними тоже стратегия стандартная. Вы просто агрите и начинает СК их пиздить. Самое главное их заагрить в самом начале. Ну, если вы понимаете, о чем я. Сейчас они вот тут возрождаются, потом вот тут возрождаются, потом вот тут, блядь. Агрите их, блядь. Главное, близко не стойте и все. Не, они сначала внизу будут. Дерите. О, заагри и вниз, у меня тут скелеты, типа, блядь, ну просто так же стоят.
Просто от яиц их убирайте, и все, там, блядь, много ума нету. Короче, секрет расскажу. Фениксом можно, блядь, выживать в любой игре. Но для этого у тебя должна попасть такая хуйня, что... Типа ты можешь друга, блядь, забирать с собой. Понял? В ульте. Просто залетаешь за три пизды куда-нибудь, забираешь с собой кого-нибудь и все. Там прикол главное, блядь, у тебя будет такая хуйня, что... 32 удара, во, уже началось, блядь. Вот эти 30 ударов, типа, блядь, для погашения нужно. Возьми второй скилл, чтобы у тебя как-то тем можно было ставить. И на вампиризм эту хуйню возьми. И ты, блядь, бессмертный. Я тебе серьезно говорю, я заебался просто в прошлой игре играть. Я типа, ну, вся команда умерла, у меня 3 сердца, блядь. Я такой, да впиздите в пизду, блядь. И просто ливнул. Сейчас я окно открою, блядь, пиздец жарко. Лучшее золото. Лучшее золото, там синее, блядь, хуйня будет какая-нибудь. Так, это виверы. Мои кости. Стой, подожди. Какие штуки и что? Ты про что? Сердечки? Куда укажут? Тут, короче, виверы будут, блядь. А, нет, это эти, блядь. А. Ну там типа синий, фиолетовый, золотистый и этот уровень есть. Ну ладно, потом объясню, все это бессмысленно. Ну видите, я фоллоу. Да возьми. Вот, блядь, Сан Кинка возьмем. Ему, блядь, ебальником придется долго торговать. Так, сила твоя. Сила либо Феникса, либо Сан Кинга. Выбирайте сами. Феникс, блядь, тоже как танк можно использовать. Короче, смотрите, основная хуйня какая. Сейчас Дум будет, он хороший. Видите, он золотистый. Суть в том, что просто слушайтесь, бля, и дальше стратегии нормальные будут. Вот на, помните, я сказал, геморройный, бля, персонаж? Типа вот такой кусок говна, бля. Вот с ним опасно будет. Он, бля, прыгает и всасывает в себя, бля, и наносит такой урон, что, бля, похую будет, бля, что Феникс, что остальным, бля. Даже Тинкер по сравнению с ним хуйня ебаная. О. Вражеский капитан при смерти выпускает из себя плазменное поле. Ну, блядь, можно. Лучше 1500 в кармане, чем дырявая жопа. Сердечко мы еще заработаем.
Так. Ну, блядь, так-то было желательно. Ну давайте нейтралки выберем. Синяя, блядь, это либо лабиринт будет, либо какая-то стандартная хуйня. Желательно было бы, если честно, вот эту брать. А, это все, это синие, блядь, и красные. Защищайте, блядь, другого цвета, если за вами кто-то враг стоит. Да. Вот смотрите. Красные могут за мной стоять. Видишь, я собираю, и тебя не попадает. Вы можете защищать, блядь. Стоите, блядь, перед своими тиммейтами, блядь. Вот смотри, сейчас красный, защищай меня. Красный, пизды сейчас получишь. Стойте рядом. Да, да, да. О, синий, синий. Хорошо. Сейчас я распределю. Так. Это 7 уровень. Вампиризм нужен, блядь, СК. Вторым скиллом может, блядь, восстанавливать. Зелье чередея этому. Восстанавливать быстро будет. Интеллект, интеллект, интеллект. Интеллект, блядь, тоже Фениксу нужен. Не противься судьбе, она укажет путь. Так, у нас какой-то предмет, по-моему, был. А вот это 15 ловкости, блядь. То лучше бы мне, блядь. Либо дровки, либо мне, блядь. Разницы нет. У кого он, блядь, можете отдать. Непременно. На, все, ну хорошо. Так, вот это легкая. Вот это, блядь, геморройно. Давайте легкую с деньгами возьмем. Да, золото всегда можно. Короче, суть в том, вы просто, блядь, не нападаете. Вот тут будут, вот тут будут. Тут. И наверху. Можете их сюда агрить, ничего не изменится, я могу восстанавливать хп себе. Я более-менее как танк вывожу. Так, надо вторую тоже захватить. Захвати сразу вторую. Где она? Серьезно? Серьезно? Чувак, ну как так-то? Я тебе говорю, купи вампиризм. Вампиризм от способности. Да блядь, ну как так ты проебал-то? Короче, ты собираешь, блядь, рефрешер. Рефрешер, блядь, это хуйню, которая горит, блядь, как она называется? Радик, рефрешер, блядь. Этот, блядь, Блудстоун. Ты собираешь, блядь, Тараску, блядь. Ну, уже вижу, что собрал. Так, используй книгу, она тебе не просто нихуя не дает, ты чё? Они не просто так лежит, блядь. Не, нихуя. Так, 2700, блядь, мне уже неплохо. Я могу сейчас, блядь, вампиризм взять. Так, и кто может, блядь? СК. СК лучше, блядь, ебальники. А, у него уже есть, все, вопросов нет.
Так. Я, короче, я ловкость собираю, блядь. Общий АОЕ урон. Вот эту хуйню тоже возьмите, блядь. Кримсон Гард уже есть. Да ну нахуй, вы чё, блядь, охуевшие? Кому Тараску собрать? Ее нельзя передавать, по-моему. Короче, я буду разъебывать, блядь. Самое главное, чтобы у меня мана вечно была. Все. Так, тебе Радик собираешь. Радик, Вуду Маск, улучшаешь, блядь, в Блудстоун. Потом чё, блядь. Скилл у тебя будет после этого босса, блядь. Либо ты отталкиваешь ультой, либо ты друга можешь закинуть. Также есть, будет возможность, что ты вторым скиллом можешь тотемы ставить. Вуду Маск и вторые тотемы, блядь, типа увеличиваешь количество фаер спиритов, блядь, до максимального. И ты сможешь штук 8 вокруг себя накидывать, блядь, и они тебя максимально хилят. Ну сейчас, блядь, геморройно будет, я вам на полном серьезе говорю. Я подожду, пока разделится. А, нет, не надо, блядь. Эхо, короче, я потом в конце использую. Суть в том, что вы должны пиздить, блядь, этих. Основную пиздить, а он раздваивается. Бля, как этот аганим заебал, блядь. Бесконечно. У него всего 18 тысяч хп, это хуйня. Но он разделяется. Вот. Убегай, убегай, он потом взрывается, он потом взрывается. Вот он тебя доделает несколько секунд. Он сейчас разделится, как вы его добьете, блядь, он разделится. Мне. Он, блядь, чем больше всасывает, тем больше, блядь, увеличивает его. Блять, гандон. Он чем больше увеличивается, тем, блять, сильнее становится. Серьезно, я снова один остался. Бля, это будет пиздец. Да заебёте, бля, ну пацаны, ну ёбан в рот. Да, бля, это пизда, я вам говорю, я не разъебу один. Это сложно, блядь. Он, блядь, увеличивается, видишь, сколько их там? Вот про что я говорил. Типа его невозможно ёбнуть, блядь, одному. Девойра можно ёбнуть, Клинкса можно, блядь, ой, этого, блядь.
Ну вот, вот про что я говорил. Максимальное замедление. Давайте я сейчас друзей добавлю. Ну, в смысле, в игру. Расскажу вам как. Я Феникса беру. Короче, послушайте меня. Нам нужен Undying, Undying, Juggernaut, Phoenix и... Ну, Клинк сам можно взять. Клинк, блядь, геморроидальный, если правильно его расформить. Смотрите. Undying, Juggernaut, Phoenix и Клинк. Ну ебать, ну нет. Можно я, блядь, Фениксом буду? Я просто, блядь, чисто для команды в предметы собираю. Можно? Я могу Undying'ом, блядь. Ну. Блядь, Аганим заебал уже. Короче, я Феникс. Джаггернаут нужен. И возьмите Клинкса. У Клинкса, блядь, вот в какой-то момент, блядь, скилл появится. Нет, Джаггер нужен. Джаггер нужен, он, блядь, дохуя выживающий, скажем так. Да, голем, голем у него появляется. Вот это, блядь, хуйня охуенная. Типа, либо ты делаешь вот как я, получается, вокруг скелетов, типа, сжигает, и он восстанавливает хп. Так нет, вначале же тебе кусок огоним шарда дают. Я сколько раз доходил до этого, блядь, первобытного зверя, но так и не смог его пройти. Бля, мне хуйню дали, если честно. Сам он красавчик. Да, да, сам он убери. У меня хуйня, блядь. У меня, блядь, на полном серьезе хуйня, блядь. Ничего нормального. Самый эффективный хил это вот этот, блядь, Tranquil Boots. Я тебе серьезно говорю. 14 хп в секунду восстанавливает. Намного лучше, чем, блядь, Тараска. Первые 3-4 уровня, блядь, только деньги зарабатывает. Так, Undying, у тебя взрывающиеся эти будут. Первый скилл, типа, часто срабатывать должен будет. Там, блядь, короче, там хуй знает, что выпадает. Первый скилл, если у тебя будет срабатывать еще 3 раза, то, типа, вот это хорошо. Мелких ебите сразу.
Заебись. Я взял санрей, типа максимально вас хилит на 0,50% от хп. Очень полезная штука, особенно если настакать до 3. Так, сила должна быть у этого. Ты завязал книгу? Кому я дал книгу? А, все, красавчик. Бля, рефрешер делает меня бессмертным. Как бы это странно не звучало. Лабиринты лучше не играть, блин. Бери, что хочешь. На Джаггернауте не так сложно. Да, лабиринты хуйня, блин. 2-3 сердца всегда теряют, блин. Ну, молния неплохо. А, вот виверы будут. Если что, просто вот здесь вставайте, блядь, и он типа в одну точку, блядь, ебошит. Стойте в ряд, стойте в ряд. Да, уже неплохо, уже неплохо. Сейчас санрей будет. Бля, вообще в другую сторону побежали. Вообще не туда побежали. Я же вам говорю, бля, забивайтесь в этот угол, если что-то начинается. Или я не прав? Чё ты этот Джаггернаут побежал-то в другую сторону? Так, зелье чародея мне нужно, я буду, блядь, по КД, бля, закидывать. Тамбу уже можешь брать. Второй скилл не особо эффективен. Тамба, блядь, ты его кидаешь, блядь. И они, самое что странное, они почему-то его фокусят, блядь. Тамбу. Если ты ее, блядь, лечишь, блядь, ну, или ставишь куда-то за 3 пизды, они начинают ее атаковать. Да, да, в чем полезно. Когда ты, например, ранен, блядь, ты просто тамбу взываешь и все. Нихуя себе. Если вот сюда встать, то вся карта, блядь, чистится. Сейчас встаньте вместе, встаньте в ряд. Я отхилить буду. Сейчас Андрей будет. В ряд встаньте, блядь. Санрей охуенная вещь. Бля, вот сюда только не залезайте. Вот в эту точку, бля, вас разъебется за доли секунд. Нам один... Мы просто игру один раз уебали. Просто из-за того, что, блядь, не посмотрели.
Встаньте в ряд, гейми, блядь. О, не-не-не, вам пизда. Встаньте поближе, вот куда-нибудь сюда, блядь. Давай, 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 пробегай, блядь. Да не все собирай, ты чё, дурак, что ли, блядь? Все, блядь, кислотки собрал. Пизда мне. И вам пизда. И мне пизда. Всем пизда. Так, хилка, 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 танку нужно. Иди сюда, танк. Не забудь воспользоваться. Мне нужна дальность. Все. Я собираю, блядь, радик, либо этот собираю. Что брать, кроме Тараски? Ну, ты просто на увороты, блядь, предметы берешь. Просто на увороты. Крингсу, блядь, самое главное, чтобы он брал этот скилл. Блядь, как там его? Хуйню, короче, типа, блядь. Ты, нет, ты лечишься, типа. Типа твои. Вот когда ты в инвизу ходишь, возвращаешься, и вокруг. Твоих горит, короче, все. Они хилят тебя жестко. Тут два МК, один вот тут, один вот тут. В ряд встаньте, в ряд встаньте. В ряд встаньте. Просто вставайте в ряд, я сам выберу, блядь, как стрелять. Ботлами не забывайте пользоваться. У меня ван мана просто не бесконечный, поэтому. Бля, хоть бы мне эта хуйня выпала, что я могу, блядь, их ставить. Второй МК вот тут.
should come to my house some weekend for a barbecue. Так, лечение. Давайте джиггернаута зайдем. Благодарю. Так что благодаришь ты, блядь, вперед будешь танковать. Виверна легкая, по сути. Верно, полная хуйня. Самое главное, когда на ульту вешают, чтобы, блядь, рядом не стояли. И этих, блядь, тоже. Мелкие, блядь, они пиздец опасные, они по 100 урона, блядь, и бошат. Нет, не белки, они вот эти, блядь, ее детеныши, курьеры вот эти мелкие. Она, короче, три раза перемещается под углами, да, к примеру, вот так. А потом на какой-нибудь точке, блядь, встает. Вот, типа, 7 точек. Посмотрите на карту. Раз, два, три. И сейчас куда-нибудь сюда или сюда, блядь, выпадет. О, сюда. Неплохо. Все. Все. Пси-центр. Центр? Нет, снова туда же. Ходи. У меня бутылки даже нет. Против тебя. Сама древность. Назад! Вот про что я говорил. Хорошо, что у тебя урона нет. Нормально. А вы все еще мертвые. У вас будет. Ну, я имею в виду, что вы, блядь, раненые, пиздец. Я вам предлагал купить эту хуйню. Пизда ему. Красавчики, поближе стойте в следующий раз. Не, его желательно в центре кидать. Вот сюда. Да, она вот здесь где-то будет. Видишь, кладки появились. Пизда. Утешение в холоде. Это хорошо.
Икстрея нету. Я, короче, танковать будете? Я на нее щелкну это. Давай. Я же говорил, они больно кусают. Ничего, я сейчас возрождусь. Нормально будет. Постараюсь, я хилить буду. Да не подходи ты ко мне, блин. Начни драться с ними, я тебя подхилю. Начни, говорю, драться с ними, блядь. Ясно. Все будет намного сложнее, да? Бля, опять надежда на меня, да? Обожаю эту игру. Бля, пацаны, ну чё за хуйня? Как вы так вначале сдохли? Они же лайтовые, блядь. Как вы так проебаться могли, блядь? Я специально ульту не вкачивал. Блядь. Ну всё, ГГ, блядь. У меня скиллы, блядь, сами отвратительные еще выпали. Все, пацаны. Вот так начинается веселье. Так я знаю, я нихуя сделать не могу, понимаешь? Так ничего не могу в нее сдать. А, блядь, легко сказать. Ну чё? Помогло? Я вот про что говорю, блядь. Невозможно, блядь, пройти одному, блядь. Двоеров можно, все, больше никого не видел. Двоер самый легкий. Короче, берите кого хотите, я, блядь, под вас подстроюсь. Бля, это был пиздец, блядь. Это просто пиздец. Да берите, чего там хотели. Бля, ни разу на Бэйне не играл. Уже интересно стало. My confidence at an all-time low.
My lameness at an all-time high. Oh, it's all highs and lows here. But I suppose that is but existence as a mortal. Ugh, please, just get in there and fix this. I tried speaking your language. It was dumb. Для чего? Типа дохуя урона въебывает. Здесь всю хуйню ослабили, понимаешь? Да мы, блядь, ебальники, блядь, поломывали, блядь, тебе. На ловушке. А, блядь, золото нужно. Придется пойти. Надо было дождаться. Дождайтесь. Не надо торопиться. Я выстрелил.
Ждите, блядь, не торопитесь. Я сейчас еще раз выстрелить, бля, я за что умер? Да, да, я таки понял. Все. Кто может там у кого? Хук. Нет, нет, нет. Хукни вот этого, блядь. Где он там? Хукни его. Хукни его. Все. Я нихуя не понял. Steam проходит комнату, слушаем, получай 78. Проходит ни разу не берет, получай 117. Нормально. Че, еще поебемся? Блять, самое главное, не толпитесь, блять. В несколько настаканных, блять, луж с кислотой не лезьте. Он прыгнет сейчас, он всегда прыгает. Да нахуй. Тебе некуда сейчас будет выйти. Вот про это я говорю. Нормально. Нормально, блядь, он так кастанул, блядь. Прыжок, стан, блядь, еще кислотка. Нормально. Бля, зомби бесполезный, бля, того рот бал.
сейчас ебете оттуда? Или вам нравится получить пизды ни за что? Можем одного МК сразу убить. Посмотри, сломаем и одного МК забираем. Ну? Ты будешь долго ставить будешь? Вот сейчас, блядь, снова эта хуйня будет. И начнется веселье. Не тупите, блядь. Ломайте мелких, блядь. Большую вы успеете ёбнуть всегда. Мелкие наносят больше урона. Кого мне вот это хуйня? Сейчас она начинает эту хуйню, я, блядь, использую. Так, она где-то здесь или здесь будет. Бля, у меня зомби такие конченые, бля, они умирают просто от того, что на них... Отойди!
Бля, что за прикол, у вас наоборот отбегает, блядь. Какая-то из этих точек будет. Бля, я не могу отойти. Бля, я не могу отойти от этой ебалы, блядь. Так, куда это? Вот это или вот эта точка будет? Нижняя. Мне это дровки нужны. Манго, снова. Ну, поняли как. Самое охуенное это слева, снизу и справа, сверху, блядь, потому что там никого нету. 10-я секунда, да, 10-я секунда, начинайте закидывать монеты. Но самое главное, блядь, побольше соберите и попробуйте не попадать. Нажимайте. Ладно, я нажму. А в них надо кидать, в них. Они всегда, вот они тебе деньги как раз таки дают. Деньги долго не берете, блядь, у вас, блядь, они исчезают. Потом к тележкам надо подойти и забрать деньги. Если вы попадаете в этих монстров, они становятся сильнее и быстрее. Блять, нахуя ты его ускоряешь, ёбаный. Вот я про это говорил, блять. Блять, угораете что ли? Если вы мажете и попадаете в этих ебантяев, блядь, они увеличиваются и усиляются. Вот, видите, 3000 заработали. С каждой где-то по 10 тысяч можно заработать, если технично играете. Нейтральный предмет легионки не нужен, что ли, этой линии? 100 дальности атаки, 15 скорости. Let me tell you what a continuum device is. Capable of bending space and time. The continuum device. Бля, меня рубит. О, геморройный тип тоже. Чуть легче, чем вот эти куски говна. Так, вот это самые легкие. Кому сердца нужны, можем забрать. Они очень легкие. Там, короче, смотрите, суть в чем. Типа вы просто берете, блядь, и нажимаете на кнопку. И там, блядь, Solar Dart, блядь, всем пизды дают. Все. Там, блядь, нихуя не надо делать. Начинаете драку, блядь, кнопку нажимаете, Solar Dart выходит, блядь.
И дает пизды. Я вам покажу. Нажмите кнопку. А, вот вот. Красавчик. О, молнии. Здесь слишком рано, блядь, все кнопки надо. Вот я про что говорил. Ну все. Маг и очереди. Мы одного босса ёбнем, но дальше усиление будет. Да он ёбаный волшебник. Вот это хоть. Не торопитесь, по одному, по одному. Вот он проходит до следующей безопасной зоны, потом мы, блядь, за ним идем. О, ты осторожней. Все, все, осторожней, отойдите, бля, от этой линии. Сейчас, блядь, осторожнее будьте, отойдите от всего. Блядь. Я две кнопки нажал, блядь. Вот поэтому я не люблю лабиринты.
Бля, эти, короче, все кнопки вызывают, блядь, вот отсюда, блядь, хуйню. Вот это вызывает. Хук. Хук. Хукни кого-нибудь из своих персонажей. Теперь вы понимаете, почему я не люблю комнату? У всех сердце пропали, блядь. Только у Лины не хватало. А теперь ни у кого нету. Дай управление своим героем, Мир. Да нахуй. Дай управление своим героем, я вытащу его оттуда. Бля, здесь нет этой хуйни. Все, ладно, забудь. Хоть никак. Тут все иначе. Красавчик. Да, блядь, он прям перед этой хуйней встал, блядь. Короче, нажимаешь и сюда за нее. А все, похуй, можешь, блядь, на похуй бежать. Я предлагаю вам лучше случайное количество денег. Видите? 150 на халяву или 603. Самое большое я, по-моему, 660 получал. Короче, я буду разговаривать по телефону, вы там дальше сами. Я просто буду делать то же самое, что и дальше.
flex for agony. Let's see those guns. Oh. You're, maybe more the cardio. Let's not wait. Lean over Bart, I care. No mind. Hurry forth with that fabulously low heart rate. She's the child that walks Aghanim's dog. Lindsay's at the bottom of the list, but this boss is definitely somewhere near the top. Thank you.
before you go and get your judgment about Aghanim the All-Powerful attempting to eke out a little more power by mucking around with the Continuum device, remember that a modern society and all of its charms was brought to you by someone trying to eke out just a little more power. Capitalism makes hypocrites of us all. Flesh and bone. I mean, that's what I'd be wondering about if I were in your shoes. Why don't you heroes make yourselves useful and go round up all the other parallel universe beings? Meet you back here. You in here. Some might say I'm betting on you. Some might even say I've taken the over.
See, the only thing that could make returning to power more satisfying is getting a little more action. Put at least some of that gold into a high yield savings or managed account. Sharpen your blades. Prepare your incantations. Keep a firm and wide stance.
perfect. Так, я вернулся и понял одно. У меня никто не спас. Да, блядь, добейте вы этого долбоеба, блядь. Он быстрее сдохнет. 1500 хп, блядь. А, их несколько. Да, серьезно, он так сильно пизды дает. Так, блядь, а у меня-то он в ульту вообще засосал, блядь. У меня шансов даже не было. У меня 7000 хп, блядь. 6000 хп, блядь. Он просто, блядь, ультанул меня, блядь, и с собой, блядь, забрал. Я думаю, ну заебись, блядь. И уносит меня, и уносит меня далекую влажную даль. О, пизда тебе. Сказку когда-нибудь смотрел на Порнхабе? О, красавчик. Я видел, блядь, такое же видео. Хуйня. А им похуй, блядь, стреляешь, стреляешь. Ой, тебе пизда. Вот что это такое? Ну что это за прикол? А? Даже от Девойера можно. Ладно, я пошел спать. Пизду. Вот вам ссылочка, блядь. Давайте, до свидания.